15 мая именно на этом месте произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Женщина 1937 года рождения была сбита неизвестным водителем. Водитель автомобиля Toyota с места происшествия скрылся. Я была в машине, вышла, она уже лежала. Вот. Я ничего не могу рассказать. Машина выбежал с этого с шерифа, выбежал вот эти контролеры или кто они в магазине. И начали ей оказать помощь, поднял голову ей и пульс проверял. И он, по-моему, и прогнал кого-то за той машиной, что, по-моему, он все видел. А что за машина была? Без понятия. И какого цвета? Вы не видели? Я не видела, я была в машине. И что, водитель остановился, по-моему, или что он сделал? Не-не-не, потом я слышала от людей, что якобы он приостановился, посмотрел и потом погнал. Но тот человек, шерифа, тот вам все расскажет. Никто не видел водителя, да? Нет. Он не выходил из машины? Он проехал, остановился. А он проехал и там останавливался, да? Вышеуказанный автомобиль спустя час был обнаружен брошенным в частном секторе села Варница по улице 27 апреля с механическими повреждениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 260 УК ПМР. Обстоятельства наезда зафиксировала видеокамера торгового центра «Шериф». В настоящее время подозреваемый также задержан. Данный автомобиль принадлежит депутату Бендерского горсовета Артуру Балану. В настоящий момент ведется следствие. Просьба свидетелей данного ДТП звонить по телефону доверия Бендерского УВД 288-18. Светлана Хромых, Александр Никифоров, Днестр ТВ.